В республике завершается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в Доме правительства прошло заседание Организационного комитета, на котором обсудили последние приготовления к празднику. Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне должны пройти на самом высоком уровне. Такое задание дал сегодня всем организаторам глава Чувашии Михаил Игнатьев. Накануне праздника и непосредственно 9 мая в республике запланировано 2500 мероприятий. Основные по линии Министерства труда и социальной защиты. Помощь ветеранам как материальная, так и социальная. Волонтеры помогают в уборке, ремонте домов, проверяют условия жизни. Министерство здравоохранения провело ежегодную диспансеризацию ветеранов. Организовано лекарственное обеспечение. Сейчас идет проверка памятников и обелисков. В некоторых муниципалитетах местные власти еще не приступили к ремонту. Традиционно 9 мая на Красной площади Чебоксар пройдет парад, а следом прошествует бессмертный полк. А в 22 часа небо раскрасит праздничный салют.